этому. Радиокнига памяти. Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую вас и приветствую в нашей студии президента холдинга движения Сергея Киселева. Сергей Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем такую серию программ, которая будет посвящена 40-летию компании, которую вы возглавляете. 40 лет. Представить себе, вы, получается, ровесники Олимпиады 80. Это очень солидный срок для любой компании, для любого бизнеса. Да, я в этом не сомневаюсь и не возражаю. Ну, принимайте поздравления, безусловно. Ну, так, заранее, конечно, не принято поздравлять, но все-таки будет эта дата, и будет она отмечаться. Конечно, конечно. Я просто помню, как движение отмечало свое 30-летие в 2010 году. Тогда ведь устраивался большой праздник на Театральной площади с розыгрышем автомобиля, с приглашением популярной поп-команды. Может быть, есть какие-то, Сергей Николаевич, планы в этом году? Нечто подобное устроить. Я понимаю, что сейчас обстановка такая не очень. В этом году мы планировали устроить еще круче, вот, но в связи с пандемией коронавируса пока ждем. Пока замерли, в общем. Да. Пока замерли. Да, если обстановка изменится, то, возможно... Возможно, праздник будет. Праздник будет. Но сегодня 50 на 50. Давайте перед тем, как мы окунемся в историю, непосредственно отправимся в 1980 год, мне бы хотелось, чтобы вы небольшую визитную карточку дали своей компании. Что она представляет собой на сегодняшний день? Сколько АЗС, направления работы, где представлены? Так, ну, кратенечко, ну, можно. Не только АЗС. Ну, если в плане нефтебизнеса, то мы представлены... Расскажу. Ну, Кировская область, понятно. Здесь мы присутствуем в каждом районе. Кроме Кировской области, мы в Нижегородской, Костромской, Вологодской, Коми присутствуем. И довольно активно развиваемся, вот, что касается Коми и Кировской области. Нижегородская у нас, по-моему, две за всего. Да, это Шаранга и ближайший район Таншаева. Костромская тоже две. Вологодская одна. Ну, всего-всего. Это 90 АЗС. Ну, что касается нашей области, то во всех районах, да, движение представлено? Движение во всех районах. Во всех районах, да. Да. На сегодня без Лукойла область может прожить? Без движения нет. Хорошо сказали. Похвалили себя, да. Хорошо. Ну, безусловно, есть планы по развитию, но об этом мы в отдельной передаче поговорим, безусловно. Итак, давайте туда отправимся, в 1980-й. Я сразу скажу, что если гуглить, если искать в интернете информацию об истории компании движения, то вот там основной период — это с 90-го года, когда вы непосредственно возглавили. Вот там можно более-менее какую-то информацию найти. А вот то, что раньше, вот тут, что называется, покрыто какой-то тайной. 90-й год — это образование юрлица. Юрлица. Юрлица, да. А 80-й год это стройотряд. Вот давайте сейчас об этом. Сейчас будет уникальная информация, нигде ранее еще не публиковавшаяся. Ну, она публиковалась в Юрианских вестях, потому что в основном... Ну, я уточню, Юрия — это ваша родина. Да. Мы демобилизовались в 79-м, да, и поступили на РФАК. Рабочий факультет, Кировско-Путинский институт, раньше так и назывался. Вот. И 80-й год нас пригласили поработать пятикурсники, которые уже заканчивали ПГС, промышленное гражданское строительство. Вот. И первый объект был, это Слободской район, Совья, строили КЗС. Зерносушилка. Это очень важный объект для сельского хозяйства, да. Да. Надо понимать, что в то время, ну, мы были после армии, борзые ребята, и с удовольствием приняли предложение. То есть мы самостоятельные же были. Вот. Поскольку пятикурсники были опытные строители, они закончили уже институт. Вот. Мы делали 2 или 3 оргсобрания, и о названии предприятия, ну, отряда, который будет. И в итоге приняли мое предложение, движение. Движение? Да. Альтернатив это, больше это, не было? Это, нет, были. Там были? Были разные. Там, может, другие ребята расскажут, как я точно не помню. А у меня почему движение? Потому что вот есть ленинская искра, да, из нее пламя, а движение — это свойство существования материи, это жизнь. Ну да, вся жизнь движения, как принято говорить, да. Да, ну, поскольку деньги нужны были всем, вот в Сови поехали. И там я первый раз узнал, что такое КТУ, то есть коэффициент трудового участия. Так. Когда дело дошло до первой зарплаты, работали все на равных, даже, может быть, мы работали больше. Вот, если нужно было там электрику делать, мы делали, варить тоже варили, они просто там разбирались в чертежах. И говорят, вот
КТУ, поскольку мы грамотные, нам 2 единицы можно поставить, а вам 1. То есть, когда зарплата дошла, до зарплаты, до первой. Почему, вы спросили, наверное? Нет, мы не спросили, говорили, ребят, мы будем работать не так. У нас было больше, у нас было 10 человек, их 5. Ага. Вот. Мы сказали, будем работать на равных, либо мы сменим руководителя этого отряда. Вот. Устроим революцию, в общем. Ну, не революцию, это был мягкий переход, поскольку мы на равных работаем, и КТУ должен начинаться одинаково. И вот с 80-го года я стал командиром движения. Так, что-то мы как-то резко очень перескочили. Зарплаты в итоге оказались недовольны, в общем, да. Мы оказались недовольны распределением зарплаты. Распределением, да. Да. Но потом-то ситуация исправилась? Конечно. Исправилась. Конечно. Эти ребята, кто-то доработал вместе с нами, кто-то уехал, не захотел на этих условиях работать. Но мы объект достроили и разъехались все. Ага. Да. И следующий год... 81-й. Ну, да, 81-й. Угу. Там уже я сам искал объекты. В основном это был Юрьянский район первое время. Вот. И что? Это было зимой делалось. Что интересно, в то время еще не было смет, не было калькуляций. Угу. Были простые договорные отношения. То есть вот идем с председателем колхоза по ферме. Он говорит, нужно это сделать внутри фермы. Угу. Выходим наружу, он говорит, нужно это сделать. Перечислят перечень работ, приходим в контору и говорит, сколько это стоит? Я должен был назвать цифру, за которую мы будем делать. Угу. Я называл цифру. Мы писали договор на листочке в клеточку. Что там отряд Киселева там, в лице такого-то, угу. С одной стороны, и представитель колхоза в лице такой-то, с другой стороны. Договорились весь перечень работ это сделать за такую-то сумму. И подписи, соответственно. Да, там, да. Подписи, угу. Взять. Дальше мы эти работы выполняли. Он собирал комиссию. Вот, человек там, 5-6 главбух. Там, если это касалось селосной торши, это был агроном. Если это фермы, то там животноводы какие-то были, угу. Доярки. Все они принимали работы, подписывали. И писал такой вот не расходный кассовый ордер, а бумажку в кассу выдать только на денег. Выражаясь современным языком, вы занимались подрядом, брали подряды. Да. Да, и да. Делали определенную работу. Причем, это первый год. Спектр работ был, видимо, очень большой. В сельском хозяйстве всегда можно найти, чем заняться. Спектр работ большой, но мы в то время не знали ничего. То есть перед тем, как брать какие-то работы, мы приезжали обычно, и я шел по шабашенькам. По шабашенькам и... Ну, узнавал, сколько стоит одно, сколько стоит другое. А, сравнивали. Вам нужно было просто... Нет, да, я просто должен был определить, сколько я должен денег просить. Понятно. За какие-то работы. А можете поделиться секретом вот в то время суммы, о которых шла речь, вот которые вы прописывали в этих договорах? Просто я помню, 80-е, начало, там 100-120 рублей, это была хорошая зарплата. Сейчас расскажу. Да. Нет, там не то, что хорошая зарплата, там за 160 рублей у меня мама и папа на скорой помощи фельдшером работала. Папа электриком в колхозе. Бабушка получала пенсию 49 рублей. 49-50 копеек. А вот мы очень хорошо зарабатывали на сдельной работе. То есть не там, где по ферме ходишь и говоришь, а вот, допустим, менять полы на ферме. Да? Угу. И мы пишем. Наше дело распилить, окромить, убрать старый пол и постелить новый. Угу. И это нам платили 2 рубля квадратный метр. Ох. Слушайте, я уже полагаю, что там неплохо можно было заработать. А, вот. И, коров утром выгоняют. Учитывая площадь нет, фермы. С фермы коров выгоняют. Да. Мы должны были снять именно столько пола. Да, у пола, вас есть время сделать. Столько пола, сколько постелить нового. Потому что вечером эти коров обратно загонят. Угу. Вот. А там же это навоз. Навоз нетриллиардный. Угу. И вот мы убирали пол. Естественно, у нас были доски. С вечера заготовлены со следующего. Чтобы быстрее это все. Да. Лаги стелили. И приятно было, когда в конце дня посчитаешь площадь, умножишь на 2 рубля, и получается, что мы заработали в день там, по 150 рублей на каждого. В день? В день. Да, это учитывая, что бабушка получала 49-50. В месяц. В месяц. Пенсия. Да, да, папа с мамой там, по 150 рублей, 160 рублей. Вот. И когда я принес первую зарплату домой, маме, и выложил там 1500 чистыми, это то, что мы проели, пропили, прогуляли, это вот, она говорит, ну, молодость, как кого ограбили? Да. Кого ограбили? Первый вопрос был, да. То есть она не поверила, что можно такие деньги заработать. А потом, когда они поехали по грибы и заехали, увидели, какую мы работу делаем на ферме, она поняла, что да.
что это стоит того, да, и это действительно, да, я прекрасно понимаю, как... Строили много. Как человек, родившийся на селе, я прекрасно понимаю, да, работы много, работа дома непростая. Дома подводили, дома строили, сельсоветы строили, силосы траншеи, мосты даже строили, вот что интересно. Мосты через реки, да. Вот, мы же не было никакого образования еще строительного. Деревянные. Деревянные. Деревянные, да, мосты, деревянные. Да. Сами забивали сваи, метра полтора-два, сами лес валили. Ну, в общем, тоже подвозили к мосту, говорили, вот весь должен быть мост. И через 2 недели мы выдавали этот мост. Хорошо, давайте дальше пойдем. Вы стали руководителем этого стройотряда движения в каком году? В 80-м. В 80-м непосредственно. Так. То есть что мне приходилось делать? Когда нужно выполнять какие-то работы, у нас нет специалистов, например, там работать на кране или заниматься сварочными работами, электрикой. Это делал я. Ну, как самый главный, должен брать ответственность на себя. Ну, естественно, финансы просто все были в моих руках. Когда спектр-то работ начал расширяться и на горизонте там сразу же замаячило то, что, чем вы в настоящее время занимаетесь? Нет, это давно, это 91-й год, 90-й год. Вот. Мы потом начали специализироваться на строительстве складов клюшечных. Это орические конструкции. Нам сначала дал представитель доделать один склад. Мы его сделали очень быстро. И потом на следующий год мы забирали практически по области все склады. Ну, не все, а процентов 50, которые были выделены. Вот. У нас бригада 5-6 человек. Вот склады имеются, склады именно такого типа. Да, да. Это ключи для конструкции орехевские, которые выпускал в то время орехевское ЛТП. Вот. И я узнавал управление строительства, на какой месяц какие склады выделены, еще во время учебы. Ехал в Оречи, договаривался, заходил в зону, искал бригадира в каждом цехе, договаривался, что вот... А, кстати, колхоз назывался «Россия», Ивлянский район. И у меня первая запись в книге трудовой стоит. Принят на работу колхоз «Россия» командиром со своего движения. Интересно. Да. Мало, наверное, у кого такая подобная любопытная запись. Нет таких. В трудовой книжке имеется, да. Нет, да. Так. Вот, договаривался, что вот в такое-то время я приеду на машине, это летом уже, ну, в начале июня, и вы мне подготовьте, пожалуйста, весь комплект. Естественно, там приходилось чаем угощать их, что-то еще такое. Ага. Так, для понимания, комплекта он объемный, и чтобы его вывести? Ну, это что клюшки, клюшки заводят с центрозавозом. То есть это Уралы ходят. Ага, ну, я понимаю, там, что это большие грузы какие-то. Да, а там связи ветровые, металлоконструкции, все равно, чем эти клюшки скрепляются, болты, мелочевки очень много. Это, ну, примерно 2 машины, 2 газика, 2-3 газика надо вывозить еще. И география этих работ, где вы... Юрианский район. Только Юрианский район? Нет, Юрианский район, но потом мы уже, когда начали работать, после работы мы еще и в Чепецком строили. В Чепецком районе. Так, дальше что происходило? Это же когда мы работали. Да. Дальше как ваша трудовая биография развивалась? Нам показывали место, и мы возводили этот склад за 21 день. То что, ну, то, что сейчас быстровозводимая, в общем, конструкция называется. Нет, ну, да. И нам нужно было кран на 2 часа. То есть интересно было. Чтобы интересно поставить было эти опоры, да. Там сначала не собирается, собирается на земле, потом с помощью траверсы они монтируются. Эту траверсу на первом комплекте мы сами придумали. А потом... Конструкцию? Нет, да, конструкцию траверсы сами придумали, а потом, когда уже... Потому что не было чертежей совершенно никаких. А потом, когда второй год пришел комплект чертежей, мы смотрим, там примерно такая же. Ну, давайте уже ближе к 90-му году. Я думаю, что ярко мы описали эти 80-е. То есть мы занимались стройкой. Да, да, стройкой, да. Стройкой. Да. После того, как мы закончили институт, это был 85-й год, вот, я приехал работать в Кирово-Чепецкую промышленную строительство. Сначала был мастер-электрик, а потом через полгода стал главный энергетик СМ-6. Но поскольку там вот эти вот 160-200 рублей, которые там платили на этой должности, было мало, мы хотели жить, развиваться. А я знаю, что могу заработать больше. Ну, простите, что спрошу, ну, это так, жизнь такая все-таки. Вы к тому времени, наверное, и семейным уже человеком были. Конечно. Да? То есть семья, ее конечно надо обеспечивать. Ну, понятно. Конечно, да. Конечно. Да. Вот мы в отпусках продолжали работать. Собирались также и уезжали. И специализировались уже в отпусках вот на этих складах. Продолжали. Да, 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 да. То, чем, то, чем да научились заниматься. Да. Потом, где-то уже был, наверное, 89-й год,
Да. Когда уже началась перестройка, там, с 84-го активно, меня знакомый Сергей Мирошкин позвал Киришпецкий молодежный центр «Прометей». Так, чем он занимался? Ну вот, за это время я уже построил квартиру самозастроем, смувшись, то есть двухкомнатную, ну, для этого периода. Было очень хорошо. Купил машину на деньги, которые разработал еще в стройотряде. Вот. Это вы все в Чупецке жили? Конечно, да, в Чупецке. Да. В Чупецке. Вот. И мне предложили заниматься рекламой. А поскольку я уже имел опыт строительства, я говорю, давайте назовем не просто рекламное агентство, а монтажное рекламное агентство, МРА. Монтажное рекламное агентство. Да, МРА, молодежный центр «Прометей». Но поскольку моя фамилия Киселев, то там все сделали добавку «К», «Мрак». Монтажное рекламное агентство Киселева. Улыбку вызывало, я понимаю, да. Да, да, да. В вашем окружении это название. Вот. И вот мы начали работать как юрлицо уже вот с 87-го года. С 87-го года от «Мрака». От «Мрака». Даже, да, до 87-го года. Рекламного агентства Киселева. Да. Монтажно-рекламного. Да. А чем непосредственно, что делали? Рекламные конструкции, в то время, да? мы уже как юрлицо, нет, я пришел сразу же, пришел к бухгалтеру, говорю, давайте так договоримся, вот все деньги, что мы зарабатываем, 20% я даю вам, агентству, вот, не агентству, вернее, а молодежному центру, а 80% сам распоряжаюсь, как хочу. Все, мы хлопнули по рукам, потом иду к главбуху, беру руководителя и говорю, там Людмила Маева была, тоже помню, говорю, Людмила, вот я вам буду доплачивать там 5 рублей или 5 тысяч рублей в месяц, но вы мне отдельно в чат-виде. То есть, чтобы деньги, которые приходят, я сам ими распоряжался. И так начали работать, как юрлицо уже, но от МЦ «Прометей». МЦ «Прометей». Да, «Мрак» МЦ «Прометей». Занимались, в принципе, и рекламой, и объекты строили, и вот через рекламу вышли на Киришпецкую нефтебазу, и им тоже нужно было сделать какую-то рекламу. Вот там познакомились с директором, в то время был Сергей Николаевич Шиляев. И в то время я узнал, что килограмм и литр — это совершенно разные величины. Это такой вопрос для школьников на засыпку, да, что тяжелее или что легче, килограмм бензина или килограмм воды? Я был удивлен, что литр — килограмм, а оказалось, нет. Нет, бензин меньше весит. Да, и затем... я скажу, в 89-м или 90-м году нас пригласили тоже как подрядную организацию автоколонны 12-17 Рудаков Геннадий Иванович достроить АЗС первую, которая вот на Ленина 196 находится на сегодня. Вот мы ее достроили, но у них не было денег, чтобы с нами рассчитаться. Он говорит, да забирайте ее себе, но прозаправляйте меня 5 лет, мне до пенсии осталось 5 лет. Ну, вот мы... Что значит, позаправляете меня? Бесплатно, что ли? Нет, почему? За деньги. За деньги. За деньги. Надо понимать, что в то время не было биржи, не было центральных поставок, был сплошной взаиморасчет. Вот. АЗС мы открыли, емкостей там было много, брали на хранение топлива у предприятий, которые по засчету получали его, и его продавали. То есть нам нужно было, продав чужое топливо, его восполнить, то есть закупить еще. Ну да, да, да. В то время, это был 90-91 год, не было ни кассовых аппаратов, ничего не было. То есть кассовые аппараты появились в октябре 93-го. Сергей Николаевич, я предлагаю сейчас все-таки поставить не точку, а запятую в нашей беседе. Хорошо. Потому что есть все-таки у передачи хронометраж. Я напоминаю, что совместно с Сергеем Николаевичем Киселевым, президентом холдинга «Движение», мы начинаем серию программ, посвященных 40-летию компании. Вот сегодня поговорили с самых азов, с самого начала, 1980 год. Будут еще выходить передачи, мы обязательно еще встретимся. На сегодня спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. Да. Радиокнига памяти.